24 мая 2017 года, Мордовия, Музаевский район, знаменитая деревня Полянки. Сегодня я у святого источника за водичкой приехал. Вот так все здесь оформлено. Там второй есть вход. Есть строгое настояние, что не курить, не сквернословить, ну, соответственно, вести себя порядочно. Пойдемте вниз. Тишина здесь, соловьи поют. Красота. Вторые ступеньки там. Здесь у нас что? Вот так вот. Инструкции, как нужно плавать. Ну ладно, приступим к набору воды. Вкусно водится. Хорошо. Заполним бутылки. И отправимся дальше. С вами был Дмитрий Исаев. Путешествие в Мордовской земле. Благодарю всех за внимание. Пока-пока.